Лайк всем интернет-любителям! Инстазон на ваших голубых экранах. Кого же из звезд покажет нам великая могучая социальная сеть сегодня? Сейчас расскажем. The Weeknd поделился с поклонниками своими фотографиями с путешествия. Артист сейчас отдыхает в Дубае и покоряет пустынные просторы. Кстати, певец не забыл и видео добавить, на котором он уверенно горцует на баге. Что ж, веселые приключения в The Weeknd фолловеры оценили почти в 524 тысячи инста-сердец. Теперь поговорим о российских селебрити. Сати Казанова разместила у себя в аккаунте свою фотографию, выполненную в очень теплых тонах. При этом нежная красавица и описание к ней добавила очень философское. Земля уходит из-под ног? Так расправь крылья и лети. Воспаленное сознание порождает кошмары? Так грея зябшие руки на этом огне. Смысл жизни исчерпал себя и дорог больше нет? Так ступай по бездорожью, где воздух так тонок. И как бы трудно не было, смейся над этой жизнью, потому что жизнь смешна. Мудрые изречения от Казановой поклонники оценили почти в 25 тысяч лайков. Едем дальше. У всех поклонников группы Ньютон сегодня праздник. Один из мемберов Шин наконец-то завел себе страничку в Инстаграм. И пусть пост пока всего один, но зато какой? С поклонниками. Пауэрс Каничуа подписал черно-белые снимки принц Кьюпопа. Фанаты не заставили себя долго ждать и тут же начали поздравлять молодого артиста с прибытием в интернет-ряды. Что ж, и мы присоединяемся. Это были все инста-новости на сегодня. Не забывайте обновлять ленту. Чао!